У нас месяц назад началось вот это вот. Он пришел, вроде как его кто-то побил. И когда мы его гладили, он орал сильно. Короче, мы думали, что у него приступ почечный. В клинику с ним, не знаю, это катастрофа. Ему два человека градусником меряют. У него уже 40 температура. А так у него в норме температура. А дня три назад он вялый стал. Все время сидел дома. Никуда выходить не хотел. Барсик, можно как-то медленнее кушать? Мы все наблюдали уже во все... Щели ему позалазили. С улицы пришел, была маленькая ранка на шее. Чуть-чуть кровило. Мы протерли, посмотрели, ничего страшного. Ночь нормально было. В 5 утра я его проверила, все было хорошо. А в 8 утра он уже... Аппетит у нас, видите, какой хороший. Вкусняшки прям после процедур. Кушаем вкусняшки аж за обе щеки. Заглянул, он сидит под кроватью. Шея вся разодрана, в крови. Все это вокруг, все в крови. И все. И такая дырень у него оказалась на шее. Прорвало. Кто-то, видно, укусил и занес инфекцию. Даже не видно было вообще. Но по вялому состоянию было понятно, что с ним что-то не так. У Барсика прорвало. Это он себе разодрал задней ногой за одну ночь. Сейчас будем размывать, промывать и левыми кольчик наложим. Не знаю, тут, конечно, дренаж надо, но с ним в клинику как-то вот совсем хорошо отток вниз, не вверх. И хорошо вышло все наружу. Неприятная такая дыра. Вчера он еще вырвался у нас, так разодрал себе, пытаясь, тут истерику катил. Размыть ихтиолку мы не смогли. Заложили. Бартюшка у нас. Ихтиолка не отмывается. И, кстати, вот, скорее всего, его укусил кот за шею. Придавил и образовался абсцесс, называется. Пазуха там у него сильнейшая. Такой карман. Но благо у нас все пошло наружу. Да, Барсюш? Помахай всем лапками. Опять Барсик у нас в плафоне. Что ж такое? Куда собрался? Скажи, полечились, покушали, попили. Можно идти на горшок, наверное, собрался, да? Ну, аккуратней. Ага, это он идет на свое место. Сейчас тебя подсажу. Вот. Это у него тут тазик. Ну, сейчас тазик у меня в комнате. Чтобы он нигде мне плафоном не зацепился и голову себе там не решил. Да, пока лежу так, отнесу тебя в тазик. Кстати, вот на аппетите у него никак не сказалось. Аппетит у него был прекрасный. Кушал он все, что очень не свойственно для Барсика. Чувствовал себя плохо, но кушал. Обычно он, как только у него проблемы, сразу же отказывается от еды. А здесь все. В общем, мы долго понять не могли, что вообще происходит.